Точка. А теперь, дорогие друзья, здравствуйте, с вами StopGame.ru, команда проигравших знатоков, возглавляет которую Глеб Мещеряков, также здесь я, Михаил Нарец, Евгений Баранов, Даур Авицба и Иван Воев, конечно. Иван Воев! Кто виноват, ты чья вина? Я главный герой, а также отыгрываю медсестру местную. А Глеб отыгрывает Славю, милую девушку такую славянской внешности, и Ольгу Дмитриевну, пионер-вожатую. Ольга Даур... Дмитриевна, звучит-то как, а? Даур отыгрывает у нас Лену, асоциальную и застенчивую девочку, а также Шурика. Но с ним будет отдельный твист. Ваня отыгрывает... Твист с Шуриком в хентай-версии как-то обыгран? Нет, слава богу, здесь нет гей-тусовки. Ваня у нас отыгрывает молодую, веселую Ульяну, а также бунтарку Алису. Помимо прочего, еще электроника. Это такой мальчик, который занимается в кружке робототехники. Ну и Женя у нас на роли Маши или Мику. А также отыгрывает, представьте себе, Женю, которая работает в библиотеке. Но порошка там не оказалось. Странно, ведь я только что его туда положил. Спасибо за подписку. Отошел буквально на минуту, а он исчез. Я уставился на ее грудь и не мог... Спокойно. Чтобы он пропустил завтрак! Усмехнулась Ульянка. Точно. Блин. Я сел. Может, все же возьмешь? Простите. А ты попробуй. Наверное, не стоит. Да ты не бойся! Найдем мы тебе плавки! Хоть ты ей скажи! А что такого? Он же рак, так ему и надо. Евгений, можно вашу жену потише немного? Только что это сделал. Спасибо. Классах и бешеное отношение к окружающей среде. Бережно. Сори, да. Как ни странно, его не оказалось и здесь. Было бы удивительно, если бы она нашла его, скажем, в холодильнике. Может быть, он гулял в лесу, его там поймал леший? Она рассмеялась. Я, извините, я просто на грани здесь, туда. За дверью послышался какой-то шорох. Неужели опять кто-то отравился, сломал руку или еще что похуже? Че, вы ржете, черти? Ну, за дверью послышался какой-то шорох. Ууу, сука! На площадь выбежал электроник и закричал. Нашел! Нашел! Сука, хуй ты так хочешь? Я отыгрываю! На тропинке в старый лагерь. Придам пошел какой-то шепот. Старый лагерь, старый лагерь. Старый лагерь, старый лагерь. Старый лагерь. Ты уверен? По рассказам электроника, старое здание построили сразу после войны. Оно было похоже на детский сад. Или на барак, как я предполагал. Несмотря на все это, до старого лагеря я добрался без приключений. Сука! Давайте еще. В кулак, в кулак, в кулак. Довершала картину трава, которая разрослась так, что доходила мне до пояса. До пояса. Луна выглянула из-за туч и осветила старый лагерь. У меня мурашки пробежали по спине. Конечно, все это было плодом моего воображения, но сам старый лагерь настолько напоминал. Изнутри на меня смотрела непроглядная тьма. Даже яркий лунный свет не вылавливал ни одного предмета, ни одного контура. В голову начали лезть мысли о том, чтобы дальше не ходить. У тебя там
спрашивает, детский сак, Миша педофил? По-моему, никогда еще внезапные донаты не были настолько в тему. Хорошо, что звук никто тайком не поменял. Ой, вы черти, блядь. Я громко выругался вслух и начал спускаться. Ну, сука! Внизу... Так, ладно. Там, я видел очень бурное обсуждение, чей-то рут, кого нужно брать, там, да. Даур или Бунт, и там все, когда ты выбрал, что ты один пойдешь, там все, нет, ты что, это же просто провал! И там начали говорить, да это же рут Мику, нет, не бывает рута Мику в этой игре, как же нет, и вот это все. Ребят, донаты у меня, не знаю, почему лагают, наверное, потому что мы с Максимом недавно настраивали мне микрофон. И вот после этого они начали лагать. Странная херня. Я еще положусь с этим. Извиняюсь. Мы с Кулаковым настраивали микрофон и заглючили донаты, да? Да. Это знаешь, это просто какие-то сексуальные аллюзии. Должны сейчас промелькнуть у кого-то. Она боязливо оглянулась по сторонам. Удовлетворилась, что кроме нас столовой... Удостоверилась. Между делом так. Ну никого же нету. Да, никого нет. И продолжила, да. Столовой чисто. Оп-оп, все, пойдем дальше. Идем с пакетом. Привет, Семен Кун. Меня Славя зовут. Ёрушканы! Так... Там я наблюдаю за Славей, которая танцует на берегу лесного озера. Ня-ня, как романтично. И раздевается при этом. Ня! Саша непонимающе посмотрела на меня. Через несколько секунд к ней пришло осознание. Раздевается? Просто нельзя быть таким... Каким? Вечно ты ничего не видишь. Она опустила голову на колени и тихо добавила. И не понимаешь. Маша легла рядом и положила голову мне на колени. Ага, на колени. Не мешаю. Не мешаю. Не у того персонажа реплика. Ой, блядь, какой кошмар. Я не знал, что ответить. С одной стороны, теребить старые раны не хотелось, но с другой, я четко понимал, что отказаться в данный конкретный момент не смогу. И было уже все равно, что, возможно, не все еще спят, и нас может кто-то увидеть. Ну зачем? Что потом? А какая разница? Ну, раз так... Точно хинты отключила, а? Сияющий лунный свет, отражающийся в капельках воды на ее коже, липкий песок, прохлада летней ночи и жар тела. Тяжелое дыхание и вздохи наслаждения все слилось в один короткий миг. Я люблю тебя, Евгений! What a story, Mark! Это случилось! Даур, извини, но я люблю Женю! У нас стримов больше! Придется документы на развод подавать. Теперь как настоящий джентльмен ты должен... Еще разок. Давай, аплодисменты, раз такое дело, да. Ну, я кое-как вытащил конечность из-под ее головы и еще долго пытался восстановить кровосток. Мой позитив. С утра желание такое. Да. Кстати, да. О, Семен! И не один. Привет. Пришли в наш кружок отписываться. Похоже, с ним что-то было не так. Я уже собирался встать, как вдруг почувствовал чьё-то присутствие. Я обернулся и увидел Лену. Сука. Нельзя так людей пугать. Можно же и с заикой остаться. Она встала, медленно отряхнулась и виновато посмотрела на меня. Прости. Это, ребят, это таймер. И почесала свою бороду. Это таймер, да, ребят, сори. Алиса казалась более-менее спокойной. Уже с первых минут, когда мы похоронили
Проходили один постановление. То есть все присутствующие в этой комнате. Спасибо, капитан, будешь первым дежурить. Что? Если вы не возражаете... Сука! Ты виноват. Нет ты. Нет ты. А я твою мамку в кино водил. Сыка. Ее больше нет! Мы все умрем! И твоего пса тоже нет! Я случайно сбил его, когда был в жопу пьяный! Всем спасибо за то, что смотрели. С вами была команда StopGame.ru. Нас возглавлял Глеб Мещеряков, который был лидером команды знатоков, когда мы проиграли. Да, я прям даже не порадовался, что мы проиграли в какой-то степени. Вот с вами также был Иван Лоев. Это он. Я, да. Да уравец бы. Да уравец бы. А, это ты? Хорошо. Евгений Баранов. Да. И я, Михаил Нарица. Все, ребят, всем спасибо большое за то, что смотрели. Ну а мы заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо. Всем пока. Будьте здоровы.